Я всех приветствую, пока что я один, но ко мне вот-вот присоединится Тафа. Продолжаем репортаж чемпионата DreamHack Winter 2012 года, друзья. У нас матч Копенгаген Вульфс против команды Госу, и сейчас они будут играть раунд на ножах. В принципе, после этого раунда и станет понятно, кто за кого отправится играть. Ну, мы посмотрели, мы не досмотрели встречу, друзья, Кьюрс против Госу. Мы ее даже не начинали смотреть, потому что мы обычно начинаем сначала и доводим дело до конца. Здесь мы просто не стали влезать, но расклад такой, что там Кьюр сдали камбэк против Госу, сыграли 15-15, у Госу была плотная доминация во всей первой половине, в начале второй. И вот сейчас копенгагенскими волками их ждет, в принципе, жесткий экшен. Волки остаются за дефенс, Госу атака, они выигрывают ножи и выбирают, естественно, сторону нападения. Она сильная. Ходи, Вейвер, Крейзер, Шок, Стинка, друзья, состав Госу СЕ. Швеция и Копенгаген Вульфс, Ханден, СМФ, Глейв, Ника, Хёрден. Ну, давайте смотреть, наверное, уже за матчем. Тафа. Да. Ну что, мы уже видели копенгагенских волков. Осталось вот разобраться, в какой же супер форме находится вот этот супер микс Госу, либо это уже команда. Это команда, это команда Госу. Они, кстати, выходят на Б, сносят в этот момент Хёрдена. Ника дает хелп гранату, но она не работает, и Смеда его сейчас должны наказать. А нет, тут Шокс вообще мега пассивный. Очень смотрите, хорошо. Эх, хорошо открылся, хорошо, но плохо. Сразу в каску. Хорошо, но Дигла плохо. Дигла в защите, посмотри. Ну да, да, Дигл берет СМФ, это понятно. Он Парыч просто воевал в начале. И у него еще была хелпа вдобавок. Они, то есть, сыграли звеном на тупо одноцельном. Ну и бомбер задефлен, 1-0 в пользу Копенгаген Вульфс. Госу себе что-то в первой пистолетке прямолинейными действиями не утвердительно. Ну, мне понравился парень с Диглом. Просто две головы с двух пуль убирает, и там вся атака сразу же в шоке. Плохо сыграл парень на медле, который вот стрелял по троим, в итоге никого не убил. Мог кого-то все-таки цепануть из этой кучи. Ну, а пока ровным счетом пока ничего. Вот смотрим за Госу. Очень интересно, что... Мне кажется, у них хорошая атака будет. Ну, что, они сейчас нам бы быстренько сольются, как бы, но это тоже команда, которая понимает уже эту игру. По флешку выходит. Ой, Бизон от Хёрдена, это сурово. Ну, вот сейчас смотрим, 64 патрона раскручивает, да, даже ну, 15 не раскручивает. Понимаешь, как бы, эта пушка Бизончик, она стреляет немножко не так, как там та же МПшка в 1.6, да, она стреляет намного медленнее и сильнее. Ну, я, наоборот, казалось, намного быстрее. Не-не-не, просто пуль много, но стреляет она тык-тык-тык-тык, ну, то есть, вот, не особо быстро. Ну, тут последнего игрока атаки резать. Давай, мочи. Вот мы вчера играли с Маликом Микс, вот я с Лэм Марика, и парни, профи тоже. Привет. Веном был. Веном, да, привет, парни. Так вот, я не знаю, я мужик за секунду 64 патрона выстрелил, там, мне казалось, что это суперпушка вообще какая-то, вот имба, знаешь, такая вот мощнейшая. Да, конечно, с пушками еще придется нам разбираться, и нам, и топовым игрокам. Все-таки, я думаю, за парочку месяцев, тройку мы придем. К общему знаменателю уже будем точно знать, когда так, лучше ВП брать. Так, ВП от Ника, чек центра, центр пустой, дым падает, аркада пошла на нижнюю тэшку, вверх подожмут, сейчас будет минус тинка, скорее всего. А тут пацан с калашом летит вот и не вот знает он, беды. Вот он минус тинка, но там мид просто не чекали, опять же, вначале отошло 4 игрока по длину, зачем-то раскидали флешки, не вышли, пришли на мид, там лежит дым, ну подумали, ладно, хорошо, за нас работу сделали. Слушай, вот ну она как пропущенная играют аркада. Волки, как играют волки, они вот знают, скорее всего, что будет бай, все равно сыграли агрессивно, запустили парня в тэшку, дали минус, не побоялись. Ну, сейчас посмотрим, как откроются Госу. Ну на... да, Вейвер на Парыче. С бомбой еще при этом при это всем. Это не наш Вейвер, ребят, не путайте. При том, что вот тут дается дым в клайнт, он заходит в точку, чек гуся, гусь пустой, ставит бомбу сразу же в дыму, даже не парит его, то, что его могут прострелить. Не-не-не, игра на длине неубедительная, отходе его минусует СМФ, бёрст и фактически три пули в тушку. Ну что, два сразу на Парыче, один в планте у атаки и два длина, три респаут. Ого, волки. СМФ под флеш, смотри, заходит. И его сразу хелят, открывается вместо в упоре Вейвер, падает. Хёрден минус Шокс, и последний остается на парапете игрок атаки, Крейзер. Ну, ему тут ничего не светит, он знает, что там уже дефьюз бомбы, поэтому бежит сейвить девайс как можно быстрее. Ну вот, плюсы у него по деньгам нет, 3500 осталось. Хорошее начало от волков, все, просто великолепно. Ну да, 3-0. Да. Смотрим за количеством ВП сейчас. Ника, наверное, только одно Ника. ВП, да, Ника будет играть. Ну, мы видим иногда... только что Фнатик, да, которые играли через 2 ВП, и как ну, будто да. у них больше иногда, шансов не иногда, было. Иногда Хунден берет еще ВП. Вот у волков я уже много матчей, ну как много матчей, 3 вроде как посмотрел. Угу. На Старладдере знаю, что Хунден иногда с ним играет. Вот, про остальных пока сказать что-то не могу. Под флешку Худи, да, сейчас будут выходить, судя по расстановке? Сейчас будет на мидл. Сейчас будет, наверное, да. Либо мид, либо Парыч тут. Очевидно. Дает флешку Худи и под флешечку пошли да, в центр. Это мид. Ну, тут вот проблемка сейчас будет вырисовываться. Интересная. Один калаш на всю команду, и он сейчас опс, упадет. Сразу минус тэшка. Влетают, как видим, в дверь. Ну просто в этой тэшке как раз был единственный да, девайс команды. Да, вот да. Так печально вообще. Который у палатника. 4-0. Ну вот шведы пока что-то не совсем... Не, ну сейчас видно, что волки просто стреляют на уровень выше просто, вот, на левел выше. Такие красавцы.
Не, ну госы себя почти Кьюрс уронили. Ладно, посмотрим. Потом все равно посмотрим волков и американцев как раз, да. Ну, я думаю, что это, скорее всего, может быть, карта неподходящая для госу в данном случае. И, по-моему, это лучшая карта копенгагенских волков, либо это лучшее начало на чемпионате для этой команды. Так, Молотов, Тэшку, аркада не будет. Не, ну если они выйдут с первого места, а погоди, надо будет узнать, как там сетка вообще формируется и что в ней происходить будет. Ну, это мы точно узнаем. У нас плей-офф. Да. Но как то, куда выходит, вот в этом, конечно, большой вопрос. Так, ну что, смотри. Слушай, как там мужик на картонных ящиках стоит? Он на них запрыгивает. Да, конечно, картонные пустые, судя по открытой коробке. Не, там внутри, наверное, знаешь, что внутри. Там внутри коробки коробка. Это мандарин сущий. Апельсин. Ну, карта же все-таки такая арабская. Хотя я что-то с грузинским акцентом сказал. Ну да ладно. Да, очень сильно ты что-то. Ну, в принципе, где-то вот так русские фильмы и переводят, если какой-то араб говорит, знаешь, там. Ну да. Где-то так и переводит. Так, ну что, тут волки сдержали Парыч, там, в принципе, все упали. Лаз длина, и он тоже падает. Вот товарищ СМФ, который ждал его весь раунд. Обрати внимание, кстати, Копенгаген Вульфс прямо знает, откуда кто будет выходить. Я вообще давненько не видел, чтобы, знаешь, вот кто-то кого-то на нож посадил. Ну, здесь такое пока что редко бывает. Да, но бывает. Забыли про лютый девайс. Лютый девайс, что-то так вспомнил, деле, знаешь, что жарит. Ножа, это нож, где же этот нож? Такс. Что мы видим? Ходит длина, крайзер. Нет, не пошли на длину, даже флеш не давали, там от волков поджим. Вот тут надо было как раз выходить, наверное, стараться убивать их. Странно, что что-то они пассивно с длиной вообще не занимают ее. Снова решили сыграть быстро мид-б, походу. Ну вот... А здесь буст пошел на Парыч, и это АВП от Глейва, и все, в принципе, два дыма есть на КТ, здесь Хунден, который готов отбиваться, атака уже вышла, чекает право, сразу выходит, и красного добирает, минус грибы, и его нет, его разменяли сразу, Вейвер и Тинка по фрагу, 2 в 2 ситуация, вот это разыграли на ура, идет хелп с Аплента в лице СМФ и Глейва, оба с КТ, тут сейчас, наверное, да, закрыты будут бомбу разыгрывать госу, не хотят они вылезать куда-то, вот дефенс. Интересная ситуация. Ну, дефенс тут надо девайс менять минимум Глейву. Он, в принципе, меня просто все-таки собьют сейчас вот эту целую линию раундов. Уже 6 подряд СМФ могут взять. Под флеш, чек упора. Ой-ой-ой, ну все. А, ну вот видишь, он дым простреливает. Это ошибка. Глейв кладет вейвер, остается тэшка. Ой-ой-ой. Вот это датчане. Красивейший хэдшот. 5-0. Ну тут госы все затупили. То есть что, они там двум флешкам, по сути, проиграли. Такое ощущение, что парни... Не, играют уверенно. Выходят уверенно, но боятся на планте разыгрывать агрессивно. Не хотят стреляться. Хотят сидеть в позициях ждать. Но здесь уже другой КС. Да, здесь нужно чуть побыстрее действовать. Иногда наглость, конечно, приветствуется. Надо быть наглым. Реально, вот не хватает чуть-чуть наглости. И прям будут идеальные шведы. Такое ощущение, что они боятся своих именитых оппонентов. Посмотрим. Шестой раунд подряд, да, для копенгагенских волков. Они отлично ведут эту встречу. И вот давайте посмотрим. Вот оно. Да, агрессивный раунд. Вообще четко, не боятся девайсов. С выигрышным дворьем под Молотов заходит. Просто без шансов Глейв первого убивает и уходит после Молотова. Сейчас будет минус нижняя тэшка. Минус нижняя тэшка от Глейва зажима. Это как вот Фрис в интервью. Смотри. Сейчас еще на центре закроет Ника. Сейчас. Как Фрис в интервью сказал, что нипы носят всех как ботов, сносят в CSGO. Вот, в принципе, сейчас волки сносят как ботов в госу. Просто вот уже на ноге. Оп. Ну, вейвер центр. Ну что? Да, тут атаки, конечно, некуда спешить. Пытается. Но тут важен первый минус в таком случае. Давай посмотрим, кто его сможет сделать-то. Ну, скорее всего, вейвер и сможет. Единственный, кто воюет сейчас на карте. Зашел в тэшку. Окей, дальше. Парыч, отлично. Кайзер, давай. Ты в курсе, что у нас на StarLadder в одной из французской в одной французской команде под названием Байкей, знаешь, кто пятый игрок? Не. Девушка, да еще которая Virtus.pro перевернула. Ну, круто. Молочага. Я хочу, чтобы они приехали на лан. Я покажу ей прострелы. Так, а тут пока что готовится выход на А, вернее, не готовится. Смотри, чтобы она тебе не показала. А очень быстрый выход. Да, нормально все там будет. Все на пленте флешоны сейчас были. У всех такая вот снежинка на карте. Вот Шок флеш... ставит бомбу. Вот сейчас Снокс может схватить, смотрите. Оп. Там чувак ушел на длине. Будет два длина. Будет ну что, сейчас СМФ в упоре. Давай посмотрим, что сделать. Там и за спиной еще есть тиммейт, и два с респа. Да, он еще под флеш играет. Оп, тут упор. Ну, минус надо давать. Да, минус дали с главным паре. Отлично играет против Парыча. Там как кладет вейвер. Но... Его тоже разменяли. 7-0. Пока в одну калитку что-то заходит, как бы, к товарищам. Да, причем за защиту. Издание. Да, за защиту. Это реально 7-0. Что творят пацаны? Покажи деньги пацанов. Что там? Там... Ну там да, там за десятку уже. Ну кроме там вот Там Соединенные Штаты Америки, понимаешь, как бы. У Глейва там не так много, но остальные просто закуплены. Ну Глейв особо такой. Он убивает, ему комфортно, дроп дадут. В любом случае. Но он походу раскидывает на всю команду, я не понимаю, сколько... у него больше всех фрагов. Видал дымок какой был, да? Вот здесь вот. Да. Смотрим длину, выходит атака длину сейчас в данный момент. 4 человека и убежали. Убежали контры, покоцали...
Хундена, но он, по-моему, далеко не ушел. Сейчас посмотрим. Да, да, вот он еще вот там. Его можно догнать. Давай посмотрим, как Коди разыграет. Он сейчас его оставит и будут играть инсайда. Ну, смотрим, отфлешивание с планта. Сейчас вот на ноль выйдут на инсайде, попытаются по мидлу пройти, и вот, в принципе, можно открывать парыч. А я думаю, просто пойдут 4 парыч, 1 длина. А Глейф очень интересно стоит, он стоит сразу, как бы он ждет того, что сейчас будет врываться. Играет на чек, там выходят 2 тела, и смотри. Ой, Молотов! Ой, десант звездный, и давай зажимай, ну минус 2 дает, есть же, шап, подойди, Молотов, как сыграл, минус еще от Хундена, Глейф по ассисте, минус от Хундена еще один, 2-2, и это жесть. Да, вот минус 2 момент от одного, минус 2 от второго, и по факту остался Ходи, который играл роль игрока атаки, который должен запирать при всем этом нападении длину и заставать его врасплох, а в итоге врасплох застают его. И это 8-0. Там Вейвер бедный, он прям в середине этого Молотова стоял, не знал, куда ему бежать, назад, вперед, потому что тут стреляют, тут тиммейты падают, один убежал. Ну, конечно, 14 на 2 статистика Глейва, посмотри, 2 MVP, 45 очков уже, это при том, что в атаке 16 очков у Вейвера, у Крейзера 10, 7, 2 очка, у Снокса 0 на 8, это привет, Джеймс Бонд. Не, ну Слэм, тут должен согласиться, тут тупо перестреливают. Тут сейчас будет тупо от Глейва, как бы, серия просто фрагов, потому что, смотри, что-то происходит опять, пошел пожар. Но на этот раз Глейва уронили нормально. Вот здесь предусмотрительно сыграли. А, так здесь двумя молотовыми заперли, по факту, в принципе, всю тэшку. Ну и смотри, что тут, 2 красных, один остался, ходит живой. Никогда ли сделать минус, уже косяк, если еще Хёрден войдет красный в аркаду, или хотя бы на размен даст инфу, то там плотно закроют. Да, жесткий сплит с двумя молотами в тэшку, если туда выходит, там беда, конечно. Безумие. Даже если учитывать то, что молотов фиксили уже 3 раза, он все равно дает нормально. Ну вот смотрим на Хюндена и... Оп, не, ну если Кюр сыграли 15-15, друзья, с командой Госу, то я думаю, что сейчас... Вопрос первого места. Сейчас бразильцы, возможно, даже как бы, ну, возьмут. Да, и вообще, может быть, даже второе место в группе возьмут. Да, его знает. Если, конечно же, постараются. Ну, удачи, удачи бразилякам. Они нас всегда радуют. Помним их победу на ИСВЦ. Ну, давненько это было, конечно. Тогда они были молоды, резкие, ну, смотри, дерзкие. Ну, тогда был бит. Бруно бит. А сейчас там его нет. Там были покруче перцы. Ну там был Fallen, вот если бы Fallen играл в CSGO, я был бы так счастлив. Но Ника здесь просто что, отвлекает, как бы. Отдает бомбу Ходи, ну, тот красный. Да, кстати, Fallen бы, наверное, хорошо влился в CSGO. Ну, он, я думаю, вольется. Они он там все он очень играть. Много играл в Source, очень много, и хорошо играл в Source, поэтому он вообще... Ну, опять же, да, Зарио Синистра вместе с Когу и его братьями, как бы там, братанами. Они же там все в наколках, татухах. Но, тем не менее, ситуация 1-1. Смотри, смотри, Ходи сейчас может взять. И не повезло парню. Вот, как видим, 9-0, и это, по-моему, приговор для Госусе в этой игре. Ну, я бы там мог там сказать, что во второй половине, может быть, мы что-то увидим. Но если бы Госусе играли в защите, летели 9-0, это можно было бы сказать. Но тут как бы уже совсем другой расклад. И 0-1 на 9. 1 на 9 у Снокса. 4 очка. Хорош. Давайте смотреть за Глейвом, наверное. Он сейчас, по-моему, будет таранить и уничтожать, как я понимаю, оппонентов своих. Так, флешечка пошла. И сразу чек центр. Центр пустой. 2Б, 3 длина. И будет такой слоуплей выход на инсайд, опять же, под дым. Давайте немножечко на карте повисим, посмотрим, что решили сделать игроки защиты, и будут ли играть агрессивно, либо пассивно. Ну, клацай, пожалуйста, на карту. Хотя уже поздно. Уже поздно, тут уже выход мид. Они вообще решили мид выйти под один дым на КТ. Не-не, там закрытые 2 в планте Б, поэтому они себя вообще чувствуют себя хорошо там. Ну да, так это конченая атака. А ну давай смотреть сейчас. 4 парочки. Пошли, А тут СМФ у нас на взводе. И флешка пошла, спрятался за углом. Его сразу на хеле жестко пытается отжать здесь Хунден, но его тоже уничтожают. Ну и Глейв, как надежда датского Counter-Strike, сейчас тусуется на пульте с ВП. И ему заходит от Снокса 3 в 2. Первый раз в численном преимуществе шведы действуют на плей. Ну тут чисто тупняк волков, которые там пытались под 90 градусов в упор смотреть парыч. И еще не были к этому готовы, не успели откинуть гранаты. Ну посмотрим, может быть еще потащит. Еще жив Ника с ВП и Херден есть кольтом. Так что двое парыч выходят. Ну, оп. Отлично, сдвиги плен. Пытаются отжать. Ну тут вот один прошел, и сейчас он может разыграть. А, тут все. Ника прикольно, подожди. Знаешь, что он здесь находится? Да, он пытается от дыма, пытается сейчас уйти, но сразу попадает на спрей оппонента. 9-1, поздравляем команду Госу СЕ. Госу СЕ. Госу, просто Госу. Шведов из Госу с первым взятым раундом в атаке. Аминь. Ребята молодцы. Явно постарались, превзошли сами себя. Куда Юра Страйк делся, вот расскажи. Ну, я честно не знаю, дружище, я сейчас уточню этот момент. Он, наверное, просто не знает, что ему как бы комментить надо, но... Это ладно. Это ладно. Так, а я пытаюсь лайфбота найти. У меня нет лайфбота.
Слушай, лайфбот, давай смотри за продолжением. И... Да я хотел параллельный. Друзья, кто знает, если параллельный счет Киюрус про гейминг ТД, кидайте в стим-группу Киберарена ТВ, либо SL4M eSports комментатор, там в чат напишите просто, чтобы знать, что там происходит. Просто скорбот не работает. Слэмчик, они могут и еще не начать просто в этот момент. Ну да, да. Если... Так быстро развиваются события на этой карте. Очень быстро 10 раундов. Ну, мы продолжаем смотреть за попытками. Смотри, шведы уже пытаются что-то нарабатывать. Они уже как бы за 9 раундов поняли, какие позиции можно брать, какие нельзя. А мне кажется, их немножечко подотпустили датчане. Они сейчас не прессуют, знаешь, сели как-то в глухой обороне уже второй раунд подряд. Мне вот этот вот нравится, кандидат просто. Мастера спорта. Есть два минуса. О, на Б с подсадки. Бомба упала, бомба упала прямо перед Ник. И сейчас будет... Опа! Ну, хоть... Минус 3 от Хердена. Он должен был убивать СВП. Ну а там не дал выйти Глейв. Вообще супер просто. 10-1. Волки пока беспощадны. Просто беспощадны. Подсадочка-то сработала. Причем очень четко. Ох, мучения. Мучения ГОСУ продолжаются. Смотрим последние 4 раунда первой половины. Ну и потом, наверное, все будет довольно быстро. Друзья, напоминаю, что это предпоследний матч, который мы с вами сегодня смотрим на DreamHack. Но будет еще трансляция, конечно же... Последний матч вроде бы как предпоследний. Предпоследний. Я же говорю предпоследний. Будет еще трансляция, конечно же. Ой-ой-ой, как Молотов всех сжёг! Вот это надо в демке смотреть. Это просто эпик-граната под 4 задницы, которые разлетелись в разные стороны. Найс пишет с Нокс, Вейвер улыбается, ахаха, все посмеялись. Там был Найс Молотов, потому что у 4 игроков осталось не больше 10 хилсов. Это какое-то шведское орево, слушай. Просто там, знаешь, я так смотрю на хилсбар, так горят, потом бах, всех добили гранатой. Это жесть, жестко. Это показательный прием просто от Копенгаген Вульфс, друзья, Раша на Б. Не, ну, сейчас просто... смотри, на длине, вот он пошел, размен флешками, граната в банку влетает, Молотов на мид, все, пошел под жим, и Глейф разворачивается, будет хелпить. Да, спасибо. Нельзя рашить на Б. Вот посмотри, как волки грамотно играют. Они аркадят до определенного момента и потом разворачиваются, зная, что... Ну, смотрите, 5 длина, тут уже беспредел от шведов. Ой, какой хедшот, красавчик. Давай дальше, посмотрим, получится ли. Тут сейчас отлэшивание, их тут всех потушит, по-моему. Да, нет? Потушили Парыч, есть еще Ника, но Ника там, в принципе, закрыт в тупом. Очень важный минус на Парыч. Ну, здесь нужна хелпа вот для Хундена. Да, это был не Ник, это Хунден, сори. Ник играет с бестяжку, длину пойдет. Хёрден, Парыч. И Тинка сейчас, если не убирает АВП, то это будет, конечно, явная игра интересная. Ой-ой-ой, там на чек сыграл Ника, и теперь уже с длиной будет вообще сложно бороться. Но теперь Херден понимает, что он тут 1-2. Ой, как вот неудачно кинул гранату, 4 хилса добивает. Ну, смотри, он кинул такую вторую на скиле нормально, да, и красным оставил оппонента. Молодец, 10 кп, но Тинка его все равно урабатывает, 11-2. Еще из Глока. Еще и АВП забрал, наверное. Да, забрал АВП, кому отдаст? Сам пойдет сейчас разбираться. Нет, отдал в стенку. И, по-моему, это достанется либо Вейверу, либо Тинке, неясно. Ты уже определился с последней игрой здесь, на... Ну, мы, наверное, будем смотреть Кьюрс Копенгаген Вульфс. Вообще, 3 игры Копенгаген Вульфс нормально зайдет. Хорошо, на Старал или сколько должно быть сегодня матчей еще параллельно? 2 или 3, я еще пока просто не знаю. Вроде как 2, но там русские матчи все с русскими командами надо смотреть по-любому. Там тоже будет много интересного. Ну, надеюсь, что Юра Страйт появится еще в нашей студии. Ну, я тоже просто. Да даже если не появится, я останусь. Ну, а пока всем напомним, ребят, смотрите нас завтра с утра, ну, по Киеву с утра с 11 с часу дня по Москве, друзья. В течение всего дня мы будем смотреть за матчами группы С и Д. Потом мы смотрим с вами одну стадию плей-офф, 1/8 и... Четвертьфинал. Да, четвертьфинал. Ну, а потом, конечно же, последний день чемпионата. Это полуфинал и финал, и... Вроде как даже матч за 3-е место, но он вроде будет параллельно. DreamHack всегда параллельно играл с финалом. Да, в субботу будет очень много игр. Плюс у нас в субботу у меня 2 турнира по другой дисциплине. Мне, конечно, будет тяжело здесь появляться, но я сделаю все, чтобы быть здесь. Никуда ты денешься от Counter-Strike? Никуда ты не уйдешь от Counter-Strike? Конечно. Я очень хотел, знаешь, уйти отсюда. Прям вот мечтаю убежать в другую игру. Так, ну вот у шведов, слушай, получаться начинает. Да, под флешечку и... в парочку заходим с плантом, ну и смотрим, там дефенс будет справляться или нет. Там, кстати, есть 2 АВП в защите плюс калаш у Хунда. Но они сейчас 3 в 3 разыграют, ну ура. Снокс открыл, отлично, минус реклама, Глейв забрали. Минус ХТ тоже от Тинки. И все, Ника сейвится. Ника остается. Хотя может и пойти попытаться раздать. По сути, последний раунд, следующий денег там... Хватает, хотя нет, не хватает. Не хватает там. Вообще денег. Там все, там выбили просто все, все бабло. Молодцы, шведы все-таки собрались. Ну это шведы, опять же. Вторая половина еще неизвестно какая будет, плюс... Да, по-моему, известно какая. Ну да. То есть ты веришь в то, что вот можно так вот жестко... Ну знаешь, как бы если придерживаться того, что мы видели, там, да, можно сказать, что волки, конечно, жестче намного.
Но если, знаешь, так повспоминать, сколько разных экшенов было между шведами, шведскими командами, датскими в свое время, ТАФА. Как тебе не стыдно? Я жду, мы тут должны кое-что важное сделать. Эх, ТАФА просто взял, включил свои танки. Чтобы что-то важное сделать. Нам нужен аккаунт для комментария на вечер, но я тут параллельно решаю свои вопросы. Ну а тут 11-3 в пользу Копенгаген Вульфс, друзья. И не знаю, вот что же они. Мне кажется, сейчас волки пойдут. А нет, по девайсам давайте смотреть, а там уже будет АВП. Ну тут сейчас будет фаст АВП в медле, чек. Сразу никого нет, ни в темке, нигде. И вот он, Авик пришел просто. Ну как знал Ника, что надо убивать, а? Забрали Глейва в аркаде, но это инфа для атаки. Атака проходит длину, там уже есть проход на рекламу, но решают развернуться и подождать 0 аркаду. Не, им там, их там отфлешили. Была флешка от Хундуна или СМФа. Непонятно. Ну, Ходи там бежал очень быстро, как бы. Хундуна поймали, вот это да, Тинка, красавчик. Под дымы проходит сейчас на плен. Сейчас игроки ГОСУ и походу могут забрать и четвертый раунд. Ну, у шведов мало. На самом деле образцовое выбивание медла. Как хотя, бы. Смотри, они все. Один дым, две флешки, одна в темку, в нижнюю, вторая общая, которая накрывает фактически. Сейчас такой тимплей. Тинка воевал с пацанами, которые атаковали Паруч, в итоге это оказались свои пацаны. Он им дал флеш, скалашан. Смотри, смотри, тут вот прикол-то где. Заходит Хёрден, ой, Снокса не видел за стенкой. Тут есть Ника, который унижает Снокса с дигла и берет АВП, идет казнить двоих. Выходит первый, оп, не зашло. Второй флеш съел, 14 хп. Все, гранат сейчас залетит и будет ГГ. Вот он тут еще попытался отстреляться как-то, понимаешь? О, как дым чувствует, чувак, плотно. Ну, 11-4, первая половина, неплохой результат, на самом деле. Для ГОСУ, с учетом доминации. Не, ну, учитывая то, что горели 11-0, да, неплохой. 11-0 же горели. Четыре раунда смогли как-то вытащить из-под выпипер, да, не знаю. Украли их у датчан просто. Ну, и рейди шведы, рейди датчане, по-моему, да, фастом. Фастом начнется вторая половина. Без длительного выжидания решили сразу они, в принципе, не мучить нас и показать, на что способны. Вот последние раунды покажут, кто же круче. Вообще, пистолетку все равно стоит посмотреть. Здесь пистолетка в любом случае на 100%. От двух команд будет играться. ГОСУ 4Б сразу в медле и встретили небольшое сопротивление. Покоцало чуть-чуть крейзера. Не, даже не покоцало, это блокбара. Мне показалось, на перестрелке явно была. Посмотрите, датчане выходят на мид. Пойдут на парыч, там у нас есть Тинка. Товарищ Тинка. Давай, Б смотреть сейчас для начала. И подсадку покажи, что за подсадка у защиты. Там какая-то хитрая, где они стали так. На центре. Стандартная. Ну вот дефолтный тауэр, да, для просмотра парыча, опять же. Чтобы никого не пропустить. Ну там просто в перекрестном огне с ними был чувак. Теперь его нет. Таур можно развалить. Посмотри, на шифтах уходит под длину. А что с хилсами случилось, а? ГОСУ. А вот я не знаю, они то ли на медле пострелялись, то ли еще что-то. Кому это натрескали? А, по-моему, это вообще в начале раунда было, когда они на мид вылезли постреляться и получили как бы. А, это подсадка. А, это под подсадку подкинули две хаешки или одну. Наверное, кстати, да. Это два парня в подсаде, вот 18-16 хилсов. Минус от Снокса есть, первая атака проходит длину. Причем сработали красненькие, дали минус. СМФ дает май минус, хорошо, теперь два красных у ГОСУ, ситуация 4 в 4, смотрим дальше. Ну вот Тинке надо выживать как-то, не знаю. Просто если он сейчас здесь не выживет, то все, это будет потерянная Снокс позиция. Снокс с длины будет обходить, там СМФ его ждет, уже пошла перестрелка на длине, но пока не готовы выбивать ГОСУ. Ну вот флешка. Парыч. Смотри, выходит на выбивание, первый Тинка, с Парыча два. Снизу СМФ минус. Там длину защемили вдвоем, да, а теперь будут разбираться здесь. Вот это разворот от шведов, друзья. В рейвплейн Глейв пытается вытащить. Кончается пуля. Ой, 100 хп, упал в тупку. Его пушат и минус от ГОСУ, друзья. Дефьюз бомбы, первая пистолетка. Хорош. За командой ГОСУ СЕ. И это еще какие-то шансы на то, что мы увидим камбэк. Ну не камбэк, но как минимум борьбу там, от знаешь, шведов. Ключевое решение момента было на длине. Вот датчане решили задавить парня за ящиком, который в углу прятался. А, наверное, стоило на него забить и помогать своим парням. Вот отбивать точку А, этот бы в итоге последним оказался. Но ну, либо не успели стянуться на хелпу, либо очень некрасиво. Ну, изъямы никто не смотрел, просто смотрели под углом, так открыто. Ладно, девайсы должны быть. Нет? Полные глоки? Так, тем временем ProGaming TD выигрывают на трейне 4-1 у Кьюрс. Пауза на трейне у них стоит. О боже. О май гарабл. Это значит, что следующий матч будет не скоро, друзья. Не, ну там на время паузу просто поставили. Не, ну понятно, но... Там 4-1, а здесь уже игра заканчивается. Ну и что? И потом копенгагенские волки будут долго отдыхать. Так, тем временем уже в ух центре. Оп, вейвер, минус 2 зажим. На Б, минус 3. Нет, не минус 3, мы тут заассистили. Да, все-таки вот. О, не, минус 3 он дал. Там два хчет с пистолета, красавчик вообще. Медальку получил. Вообще отлично. Слушай, тем временем 11-6. Медальку, а звездочку? Звездочку.
Ну, да. Тем временем 1.6 все так неплохо для ГОСУ становится, но вот теперь девайсы. Вот очень важный момент по деньгам, потому что мы смотрим 2500, 2800, 2100. Да инициатива за шведами. Сейчас МИД не проиграют, как бы не начнут выпустить. Ой, не, на Б проскочили, хорошо. Вот АВП нету атаки, тяжело будет. Вообще, АВП на медле чаще всего попадает через дверь, когда там кто-то проходит. А если куча, то беда. Не, мужики, это же третий раунд. Тут, и длину отдали. Тут АВП далеко еще. Вот то, что длину отдали, это минус, конечно. Посмотрите, тут звено атакующее сейчас выйдет. Минус то, что у них в руках сейчас находится. 4 Фамоса и Кольт. Но зато все гранаты почти что. Ну, с Фамоса зажимать сейчас будет неплохо, я уверен. Три длина уже проходит. Нет, пока что ждут, боятся молотого флешку, отходят назад. Сейчас какой-то развод придумали. Плант уходит с длины, оставляют Хунден. А там нормальная моменталка была, сейчас отходит, да, и Хунден в итоге там просто. Ну, Хунден тоже, да, слепил. Парней, там поджим пошел от контроля. Опа! Нет, там еще один, там еще принял. Один. Нет, второй шел на рекламу уже. Ну, уже да. Тут просто и те давали флешки, обоюдный засвет был, говорится. По факту, как бы, смотри, атака растянута, все, кроме Бэттом, только Херден есть, верхнюю тэшку вейвером не аркадила. Все шведы укрепили втроем, а и можно смело разыгрывать. Ну вот ходи взрывают, 3 в 4. Вот ненужный минус ходит там. Ну что, ну, смотри, там сейчас все, сейчас волки делает. Просто вывалится мид, либо выйдут парыч, и все, это минус. Да, не вывалится, вот они играют сплит. Один длина, 3 парыч, 2 в защите. Ну, в общем, тут пацаны не потащат. Вдвоем, хотя. Вот у Крейзера был шанс сейчас на самом деле собрать головы, но он слишком негативно Кейзер сыграл. Ну что, тут будет минус. Да, с гуся дал, убрал бомбу, но 3 в 1. Ну что, вся надежда на вейвера сейчас у шведов, друзья. И реально, ну, на него стоит понадеяться. По крайней мере, шведам. Хорошо, борщ дал до 7 хилсов. Минус. Калаш. Перевернул пацана дальше. Дальше работает. Ой. Ой, граната прямо в голову, друзья. И она еще взорвалась у головы. Представляете, каково ему? 5 хп, граната в голове, тиммейты погибли. Вот зараза. Турнир не берем, домой не хочу. И сзади спарыч. Его еще и сзади обходят. Ну вот вейвер, а как, ну великолепно все равно сыграл. Все равно, видишь, вымышлял парня с подъема, убрал на просвете. 12-6 у госусей должны быть деньги, но там только нет. Не, Глейв класс сыграл. У трех человек есть деньги на Фамаса, наверное, возьмут кто-то из них, кто-то возьмет дигл. Глейв классно сыграл, вовремя зашел в спину. Вот опять же, тут ничего не скажу. Ну, хаешка, это космос просто. Тафа, тут вопрос тебе, как тебе Динамо Киев? Да как всю жизнь. Как всю жизнь? До Лобановского. После Лобановского. Всю жизнь после Лобановского. Ладно, давай смотреть лучше. Не будем о грустном. Смотри, два какие белые просто. Я же в Донецке, парни, поэтому лучше спросите, как ты думаешь, поступил ли хорошо Адриана, забив гол? Да чё? Подлый такой гол. Это все равно, что, знаешь, если бы в КС начало, типа, был бы рестарт, и команда соперников стояла на РСП, прибежал бы тип, дал бы 5 хедшотов, и игра продолжалась, понял? Тихо. Тут сейчас будет, вот мог быть хедшот хороший, но не вышло. Нет. Один кольт слишком мало. Для ГОСУ. Там нет кольца. Слушай, скучная Карил группа, по сути, знаешь? Вот тут волки на уровне, остальные такие вот. Мне вот ГОСУ не понравились. Не, ну ГОСУ, я думаю, это просто 5 парней, которые реально крепких. Просто, понимаешь, ты видишь здесь хоть один знакомый ник? Не, мужик, я думаю, что это, знаешь, это какая-нибудь команда, как в свое время был Crystal, Gidrite, там, QP. Ну просто Тинка, который выбивает с пару четырех своих тиммейтов, как бы извините, но вы же на турнир приехали. Как-то надо общаться между собой. Да не, просто Лану парней, возможно, первые. Они же там вообще на допах обыграли Absolute Legends, там еле-еле этого Питу таскали, таранили, по стенам бросали. Ну, вот знаешь, я сейчас вот смотришь на чемпионата мирового уровня, и все равно сейчас вот действительно четко видно. Нипы оторвались от всех, все остальные играют, в принципе, наверное, не отличаются от молодых парней, которые там позавчера себе купили CSGO и, в принципе, могут точно так же лупиться. Сейчас вот такое время, когда все равны, оно очень интересно. Не, ну сегодня нас удивили Fnatic, как минимум. Я доволен вообще. Да, молодцы. МХАКа. Завтра, друзья, наблюдаем за 3D Max. Это одна из сильнейших датских команд также. А я считаю, что на уровне они играют, как и Копенгаген, Вурбс. Просто еще пока непонятно. Ну что, Вейвер нашел, кстати. Нет, думал. Завтра еще смотрим за Very Games, так что. Не, ну завтра крутые матчи вообще. Завтра крутые матчи, плюс одна стадия плей-офф, и я буду счастлив, если мы посмотрим все. Но я не верю, что Very Games, а мне кажется, они еще жестче отлетят от нипов. Как и американцы. Так, смотри, флешки мид. Они еще 20 флешек накидали. Ну да, уходит на одного в упор, и Крейзер должен был давать минус 2, но вот. Кайзер, да, потерялся он там со вторым парнем, не смог его добить. Ну и в итоге Бэплэнд, в принципе, за Копенгаген Вульф, Стинка тут бежит помогать. Но кому ты будешь здесь помогать, тут уже все. Братан, ну скажи, что... Тут Габелла. Игра тупо мрачная. Тупо мрачная Ну, игра. Не сама игра, а этот матч. Да, этот матч тупо мрачный. Нет слов.
СМФ минус Снокс. Ну, давай. Хотелось бы как-то его рекламировать, там говорить, что класс, как играют, какой хэдшот, о, как офигенно. Но черт, ну не так же, парни, вы все видите сами. Но Госу еще не совсем Госу, как хотелось бы. Ну, по крайней мере, они взяли квоту на этот DreamHack, так что... Да, молодчаги. Кстати, не появилась ли информация, кто завтра будет играть в группах C и D, потому что и там по одному слоту это... Да, Биок параллельно играется. Мне известно, вроде, что там кто-то из немецкого топа есть на Биок-квалификации. Да. Ну, да, Никсон сказал, что HLTV может будет только на последний матч Биок-квалификации, и, скорее всего, там опять же будут немцы. Просто интересно, кто там вообще проходит. Ну, там немцы, там просто миллиард шведов, молодых там, супермолодых, старых, все они там шпилят в Биок-копинге. Почему бы и нет? Ну и крайне интересно, кто же пройдет все-таки на финал чемпионата, финальную часть группы C и D. Давай посмотрим, как сейчас на Б будут разыгрывать пистолетом. Ой, первый подскользнулся. Одного перевернули, нижняя Т-шка, и уходит Кунден, еле-еле живой. Не, он сейчас, вот сейчас получит в голове. И ой, Снокс там как красиво разыграл, но лейв сразу подсадил. Какой молодчага, да, два хэдшота с дигла, три пули ему понадобилось на этом. И ситуация 2 в 2, куча девайсов в нижней тэшке, их нужно стеречь. Тут расклад в том, да, что лейв с верхней не уйдет, он будет ждать, во-первых, тиммейта, который сейчас прочекает мид. Оп, хэдшот, вот это баночка Мне была. Казалось, движение стрелял Ника, но... Вот вейверу неприятно, на самом деле тут непонятно все еще. Кайзер ворует девайс. Ну и что, вот сиди на своем Б со своим девайсом, нормальные пацаны уже пошли бомбу на А поставили. Да, ребят, если кто-то пишет по поводу лагов, у нас вообще их абсолютно ноль. Ребят, проверяйте свой интернет, у нас просто ни одного дропа. Да, Twitch TV вообще радует, кстати, вот ни одного супер дропа. Супер радует. На OVN 3D где-то 800 тысяч дропов за 3 часа было вот на прошлой трансляции Star Series. Ну, у меня стабильно так, вот где-то так же. Ну, смотрим. Ой, ой! Фу, нет, отмазался. Закрыл. Отмазался, да. 15-6, друзья, и Копенгаген Вульфс на матчпоинте. Ну что, смотрим за датской командой, кажется, сейчас... На самом деле, еще в CSGO обновление, кто вот первый раз просто видит игру или вообще не играл еще. Когда 15 раундов берете вы или ваш соперник, такой мрачный звук. И сверху написано матч. Смотри, по распу играют на Б. Это типа сам Бог велел сыграть на Б. Да. Storm the front! Ну, 4 Б, 1 в центре. Да, аркада. Сейчас будет жесть. Аркада с АВП, причем тут три калаша и АВП атакует. Ну, тут такой открывается СМФ, минус один, давай, минус два, не вторую банку не впилил. Кайзер плейте, минус АВП. Минус Кайзер и все. От Кайзер. Авик вообще, Авик замазал, не стал стреляться на КТ, его изолировали в ходе ласт, но это 16-6. Так, Глейв вышел в центре, уже потом подумал, не буду никого обходить, знаю, где последний. Ну и трой против одного, у которого 16 хилсов. Это победа, победа вторая уже из двух матчей для копенгагенских волков. Ну и, в принципе, они, наверное, уже уж точно выходят из группы. Вопрос: на каком месте?